Так, давайте медленно разберем вот это вот задание. Проанализируйте таблицу «Компоненты внутренней среды человека». Вот перечислены в этом столбце компоненты внутренней среды человека. Заполните пустые ячейки таблицы. То есть имеется в виду вот эта ячейка, где стоит буква пустая. Так, тут для каждой ячейки обозначенной буквы подберите соответствующий элемент из предложенного списка, из списка элементов. То есть есть у нас вот ячейки А, Б, В пронумерованы таким образом, да, и нужно А подобрать компонент внутренней среды из этого списка, Б, из чего состоит вот эта среда, тканевая жидкость. Форма не очень мне нравится. И функция крови, состоящая из плазмы, из форменных элементов. Итак, для буквы А, для этой ячейки, нам нужно подобрать компоненты внутренней среды. Ну, какие компоненты может? Вот я выделил. Это лимфа, плазма крови и внутриклеточная вода соматической клетки. Внутриклеточный компартмент, да? Ну что подходит? Вода и белки. Лимфа содержит. Плазма крови нет. Лейкоциты не содержит. Соматические клетки. Но тоже лейкоциты не содержит. Обеззараживание и возвращение в кровь жидкости. Лимфа делает. Плазма нет. Соматическая клетка. Ну что-то где-то. Ну в общем-то подходит лимфа. Да? Если это не фантазия. Так. Итак, перенесли лимфу куда? Вот в эту ячейку А3. Думаю над следующей ячейкой. Вот буква Б. Это состав. Тканевая жидкость, транспорт веществ между кровью и клетками функции, да? Тканевая функция, состав, вода, низкомолекулярное соединение, подходит. Эритроциты, лейкоциты нет, конечно. Ну, может быть, тромбоциты минеральной соли, да? И то тромбоциты очень сомнительно. Лейкоциты могут забежать, но не как правило. Эритроциты, в принципе, не могут содержаться в тканевой жидкости. Перенесли тканевую жидкость из списка элементов. И думаем дальше. Осталась у нас буква В. Вот эта ячейка под буквой В. Это функции чего? Крови, плазмы и форменных элементов. Где у нас функции? Функции вот такие вот зелененькие. Транспорт газов и питательных веществ. Ну да, каких газов? Ну, прежде всего кислорода, углекислого газа. Но если придется, так и других газов можно быть. Так, синтез АТФ. Ну, в общем-то, не характерно. Синтез ферментов. Но нет, это не подходит. Подходит транспорт газов и питательных веществ. Так, перенесли из списка элементов, вот здесь под номером 5, в общем, функцию транспорт газов, питательных веществ. Ну, все сходится. Тканевая жидкость состоит из воды низкомолекулярных соединений. Функция транспорт веществ между кровью и клетками организма. Да, или наоборот, клетками и кровью. Дальше. Элемент А, лимфа, мы нашли, которая содержит воду, белки и лейкоциты, обеззараживает и возвращает в кровь жидкости. И последняя, в общем-то, строка, кровь, плазменные и форменные элементы, мы должны здесь выбрать функцию. Функция у нас была зелененькая, да? Но вот мы взяли, что из этого? Транспорт газов. И получили ответ. А. Лимфа. Б. Вода, низкомолекулярные соединения. И В. Транспорт газов кровью. 3, 1, 5.